Что там пока с Атеисе баром подамажу, потом Эмлином попробую, пойду и слышу, там от него дамага будет больше. О, можно я тоже варом подамажу? Мне тут ничего не надо в резке. Да не, сиди. Бафы там распределите, три паладина пока. Ну, каски дам все. Или кулаки. Кулаки, да. Да, нормально, носов мало как раз. Три совы вроде. Вот теперь в самый раз, да? Один слот есть, если чё. Рынка два окна. Так, и чё? Он еще пачка есть. Отлично. Так, чек на пул. Я каски всем бафну. Ладно, это как чистый баф. Магия инту дайте. Нету магов в рейде. Ладно, запускайте долго стрим. Ник такой, пиво, водка. За маму. Да, Ваня жестко. Так, Ваня...
скарлет на боссе. Белим первая копия или далеко на вторая копия. Подъезжаем. Дайте тоже рыбу. Какая рыба? Забудьте уже. Давайте быстрее сюда подъезжайте. Скарлет запускай. Батопалы на конях будьте. Цирк приехал. Блин, вторая, да? Я вторую. Ты первый. Хорошо. Хорошо. Не роняйте там. Танков не меняем, бежим к танку. Копию забираем, типа. Алло, копию будет кто-то забирать? Вы что, копию не видите? Два танка, два протопала. Вижу, все нормально. Так а почему вы босса забираете? Черепок это босс. Квадрат это копия. Блин, я же таунтил второго босса. Зачем ты двух боссов таунтил сразу? Я не таунтил сразу двух. Я водил свою копию. Потом все начали убивать. Да, на мне было два босса, потому что он пошел в брейд и начал всех убивать. Ну, а надо было потом переставить, потому что я второго босса тебя пытался забрать. Да, по 500 кп танком вообще. По-любому будет. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь. Так, не лежим, быстренько бежим, бросимся, все дела. Но основной целью комнату, кто заходит, по стеночке заходит. Была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Кнос, что ты делаешь? Там Саша просит Симоне. Слава, там Саша просит Симоне. Ну, на Халеона Симоне запускайте босс. Пепел.
пошли на ту сторону. Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Так. Значит, Скарли танчишь тьму. Белин, Виталик, кто, кто из вас в танке будет? Давай я пойду и попробую этим. Пойти. Так, ты танчишь свет. Угу. Так, значит, Альпич в ШП, свет хилит столб, соло захилишь столб? Да. Соло, значит, остаешься с Виталикуном, остальное, значит, шаман 5к, хотик и холиприст хилите тьму, то есть вас здесь пылят, договоритесь. Альпич в ШП, значит, Альпич, остаешься во тьме. Первая, вторая группа выйдут свет дамажить, третья, четвертая останутся во тьме. Сова, хламочек, фаларион, вы во тьме посмотрите. Чек на пул. Слава, там еще человек заходит. Где? Ставьте шкаф там, сумоньте. Теле сумоньте. Или вы сумоньте уже вышли. А впереди еще просятся люди. Сумоньте приста. Прист, косарь, ты в РК. Третья и четвертая во тьме. Чек на. Я пока не могу прочитать это заклинание. Запускаю Скарлет. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Уходите, если посмеете. К нос метку. Ты только сейчас решил выносить. Карлет, чтобы вот такого не было, смотри на шарики, и когда он говорит «остерегайтесь теней», это значит, что через 5 секунд будет лезвие. И ты, когда так быстро двигаешь клёном, ты станешь весь рейд хвостом. Будь повнимателен. Первая, вторая на выход, спереди портал. Ждем. Пошли на выход. Thank you.
святой рот. Блин, дайте, пожалуйста. Да смотри, у тебя там... Подожди. Чё, вставалки нет? Ну поднимай, кто там. Решение. Нет. Напиши решение в твоём универтане. Тьма стопнется. Тьма падает. Тьма, падайте. Выйдите в свет, в портал нажмите, потому что ваш хрен бьет мало. Таких героев? Все выйдите в свет и сдохните. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Там вон этот еще просится в рейд. Виталик, он в ТД. Скарлет, будешь танчить свет. Есть рыбу и начнем. Кстати, шкаф смените фонтан. Каску по хранту бафнуть, всякие бафы там. Котик лыши. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения! У нас ход всё остался за бортом.
На, рту. Этот холиприст Иршан напрягай. Косарь гимна мама. Косарю напишите в рейд-чат, может, он не в руках. Первая, вторая, на вы. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Святой Рост. Жмыхлый мест. Альпиш меня. Альпиш меня подхиливает. Ну и рейд, соответственно. Во тьме рост. Топ-набор прям. Вот, но... Зачаролим. На вечероле. Еще наручи ролим. На оф ролите. На ИП зафан. Сколько еще таких героев? Можно накидывать, да?